И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Фуфло, Плеймарк, Дарт Вейдер, Гусанёк, Гафака и Тучка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Салам алейкум. Всем привет, дорогие друзья. Ребята, кто помнит эту карту, напишите в комментариях. Это олдскульная, старая, классная карта, которую я решил сегодня снять. И будем убегать от аниматроников. Ну, не просто аниматроники, а невидимые аниматроники. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Гусенек решил стать аниматроником, но очень сегодня будет нам сложно, потому что аниматроник не просто невидимо, он еще может и бить в невидимости, понимаете, насколько это сложно? Поэтому в конце ролика будет 7 невидимых аниматроников и один выживший. Это будет жестко. Ну, кстати, ты меня так не убьешь, Гусаняла. Гусанчела! Сейчас допрыгаешься. Гусанчела. Ребята, настроение отличнейшее, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Просто офигенно, потому что Гусенек сегодня будет страдать, и будем все с него угорать. Пацаны, где он? А, он уже ушел? Он на заднице корабля, мы как раз... На заднице... В жопе корабля. Нет, на заднице корабля, все правильно. Минус. Нет. Ура, я не первый. А что, двоих убил? А, не, одного убил, хорошо. Гусенек, ты молодец, я поздравляю тебя с первой смертью человеческой. Ну, это так не работает. Блин, ребята, что-то я тут вообще себя плохо чувствую, надо валить отсюда. А я тут с Николсом, мне тут хорошо, у меня тут дамбоскалку, у меня тут полотенчика есть. Опа. А! Блин, он чуть не проиграл, помогите! Помогите! Плеймарк, это... А, блин, ё-моё, блин, а так дёрг... Ну нафиг, я вспотел, блин! Да блин, я специально поддался на самом деле, то я так... Да ну не хотела поддаваться, ну блин, пацаны, это вы виноваты во всём. Ну Дима, ну нафиг ты вспотел? А не надо? А может... Смотри, смотри, опа! А может не надо, пожалуйста? А может нам и выйдем? А что это такое? Так, там все чисто. Давайте станем невидимым. Чтобы они даже меня не видели и не знали, как я их буду убить. А, пацаны, открывайте двери. Они где-то в туалете могут сидеть. Дима, блин, вот воняло говном, но я иду. И чувствую, говнище воняет. Так что, когда сидишь в туалете, не сри. Так. И Тучка, ты выиграл? Ну я не знаю, я еще живой. Ну да, все. Да? Они да, я что-то не... Я разучился считать. Капец, бывает. Так, я думаю, что и Тучка в нижних этажах. Идемте все туда. А я там как раз-таки бегаю. Ты угадал. Ну, я же экстрасенс. Крутой. Согласен. Я могу еще и... Не просто невидимый, пацаны, еще и ТП-хаться можно. Невидимый аниматроник, это просто мощь. Так, я чувствую запах гими... Ага, запах говна. Вот-вот-вот, я прям чувствую. Где-то кто-то тут шкелится. Не знаю почему, но у меня интуиция подсказывает. Где, блин, это аниматроник? Не убил своего. У меня ладошка вспотела. Правая? Да, левая. А левая? А что тут такого? Я правой пятку чешу. Правильно. Спасибо. Так, тут тюрьма у нас, да? О, дверь открывается. Где тюрьма? Ну не тюрьма, здесь... Ну здесь... А, ну это... А, ну что это похоже? А что? А, тут типа как секретные данные какие-то хранятся или что-то. Кстати, эту карту не изучал, сейчас первый раз я так изучаю прям. Короче, я на карте, знаете. Не, ну давайте мы, короче, будем их начинать убивать. Я, походу, нашел одного. Так, это капитанский туалет. Я нашел, походу, одного. Так, а ты, походу, его не найди, ты его, походу, убей. Так вот, тут двери не открываются, значит, на тут нижнем этапе. Ну, да, а как он туда попал? Не знаю. А, читеры, да, у нас тут попались? Да, походу читеры, Дим. Читеры. Читеры, да. Опа, иду, Чичка, я тебя через дверь убил. А я иду, я слышу запах говна. Итучка. Пацаны, вы что, сегодня срете все, что ли? А как нашел меня? А я вообще в раздевалке сидел. Ну я не знаю, я от фонаря подошел, даже дверь не открыл, просто нажал удар. Ну блин, ну понятно. Ну и Тучка, ну я профессиональный игрок, аниматронический. Ну баним его, пожалуйста. Так, пацаны, а чё я вас никого не... Я не понимаю, мы догонялки играем или прятки? Прятки догонялочные. Так, хорошо, раз мы и Тучку убили, значит всех убили или еще кто-то живой? Нет, двое еще. Двое, блин, вы не хотите, да, умирать сами?
Да. Пацаны, включаем всю свою мощь, давайте искать их. Вылезки-то у всех большие, мы их по-любому найдем. О, тут бильярд даже играть можно. Жирнячий бильярд. Корабль, да, кстати, пацаны? Кстати, тут некоторые комнаты не открываются. Ну, значит, они туда не попадут. Если эта комната закрыта, значит, они туда попасть не могут. Логично? О, бильярд, реально. Бильярд. 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 Пацаны, я прям чувствую, что я приближаюсь к ним. Чувствую, Вот тоже говно воняет, да? А как ты узнал? Ну, потому что я уже знаю. О, я буду тпхаться, раз я не могу пройти где-то. А я не летаю, ты где? А ты не летаешь? Это я. Я в невидимости постоянно хожу, это прикольно. Ладно, давайте возьмем. Нет, если я буду сзади обычного аниматроника играть, то шанс того, что они меня увидят, очень велик. Пацаны, тут номера такие элитные есть. Просто имбовы. Самый нижний этаж, пацаны. Ребята, о, капитан, ой, капитанская. Ну я могу убить последнего, хотите? Ну так давай. Не томи, пожалуйста. Ну, мы должны уже начать следующий раунд. Ах, он двери клацает здесь в туалете. Это то ли какой этаж? А, все. Есть! Раунд номер 2. King on Fire начинает. 1, 2, 3. King on Fire, покажи вещи. Ого! Ого! Ничего себе, там толпа идет, ребята. Я уже помню здесь карту, это очень хорош. Гусанек. Привет. Гусанек, открывай двери. Так, Дима, так давай здесь будем выживать вместе. Здесь самое прикольное, кстати. Почему? О, тут я уже не один. А ты жив? Да, я жив. Конечно. Да, я такой. Скажи. Ладно, я выхожу, я несу. Чего бояться вообще? Было бы кого бояться. Конечно, какого-то щенка вонючего аниматронического. Сейчас он тебя убивает сразу. Щеноголимый. Ну, пацаны, вы где все? Вы все в корабле? Я на корабле. Есть, один умер. Папа, Гафа, побегать. Собака стала аниматроником. Капец. Я хочу побегать за вами. Правильно я сделал. Хорошая идея, давай. Да. Есть, гусанек. Ну ты что, мочишь, что ли? Я в банке сидел, он меня убил. Ну потому что я знал сейчас, как ты скажешь, они все против меня сговорились. Они все против меня, я же думал, что я буду выживать вечно. Он сам пришел ко мне. Мне нравится, как мы в тот раз играли догонялки, все за гусеньком гонялись. Он говорит, а что вы все за мной гоняетесь? Это было цирк. Дима, ты что здесь еще? У меня две кровати. Тут аниматроник, помогите! Помогите! Он за мной бежит. Иди, ну, пожалуйста, не бей меня, я тебе дам хлеба. Я тебе дам поджопник, а? Бейте лучше обоссыть. Я тебя вижу, думаешь, я тебя не вижу? Я тебя вижу прекрасно, дружище. Меня? Аниматроника вижу. Я услышу опять эти звуки. Значит, это вы близко. Отлично, отлично, ребята, я смог. Я смог от него скрыться. Ну что, ты нашел меня? Не нашел. Блин, это так опасно, когда он прям рядом возле меня. Ага. Этот раунд мы очень хорошо играем, пацаны. Мы прям натренированные, я вижу. Что ты нарисовал? Да. Короче, можно спокойно выходить, никого нету. А я вот не буду, я не хочу быть потом последним. А вы же пошкерились, а мы в догонялки играем. Я выхожу, я не боюсь никакого аниматроника. Они все равно какие-то кончилыговские все. Кончиты! Капец ты там вообще, да. Ну я не боюсь никого, понимаешь? Я ж, ну как бы, что мне их бояться? Они ж слабые. Аниматроников сколько? 2? 3? 3, да, получается? King on Fire, Гафака и кто еще? Гусанек. А где ты, собственно? Собственно, на корабле я. Собственно, я здесь в каком-то таком жирнячем офисе сижу. Телефон не работает? Опа! Туда, Дарт Пердун. Ой, Дарт Вейдер. Я напукала, я просто сидела. А, ё-моё, блин, я тут читал книжки. А где он был? Блин, это такая подача в голову резкая. Вы даже не... Блин, я испугался на самом деле, я не ожидал. Там что-то было нарисовано там. Так, хорошо, поделились 4 на 4, да, мы? Блин, я так... Честно, я думал, я выиграю. Я был уверен, что я выиграю. Да я с тобой в комнате 5 минут стоял. А, вот я знаю, где был гусанёк. В душе, да, ты сидел? Баня. Именно баня? Да. Хорошо, хорошо. Да, включаем всю свою мощность, чтобы найти. Я слышал эти звуки. Слышишь? Это ветер. Привет, привет, и точка, как дела? Да нет, всего-то. А где он? Нет. А можно не надо? А можно. Где он? Где он? Есть! Ой, это новая фраза у меня будет. Я даже повторить уже не смогу это, понимаешь? Так, осталось у нас 3 человека. Да. А где они?
А где вы? А где? А, кстати, тут можно встать так и видеть кусок карты. Это не читерство, потому что это баг карты. Я сейчас, короче, их найду. Так, просвечиваем, просвечиваем. Так, в сральнике никого. Здесь дверь закрылась, это я понял. А, если получается, я был бы от первого лица, я бы этого бы не наблюдал, так как я от третьего лица могу это видеть. Не, пацаны, я их не могу так найти. Тоже. Это мы сейчас будем, короче, опять, да, их искать. Пацаны, выходите. Че вы ссыте? Я даже не ныкал. А не, ну я ныкался, но я чуть-чуть ныкал. Не, потом вы же вышли, а все равно бы, ну, минуту максимум посидел, и все. Ты книжки читал. Да книжки я читал на стене. И то я там подошел и сразу умер. Да, такие банкетные сейчас... залы жирные. Вообще классно, да, корабль? Где летом таком бы попутешествовать? Не, потому что он разбился бы. Айсберг. Так это ж не Титаник. Разве? Нет, конечно, ты что, это не Титаник. А что это? Это разве Титаник? Это Вартаник. Какая гортань? Это Димотаник. А, корабль будет написан название на спасательных кругах. Обычно так делают. Блин, ну не могу найти, пацаны, не могу. Вы шкиритесь, вы не хотите выходить? Будете сидеть, да? На крысу? Димас, этот корабль называется Димас Титаник. Уво, он, стой. Вот тут может кто-то? Почему я в одном месте только бегаю? Вот параша есть, почему я не захожу сюда? Не знаю. Капец, здесь дверь у параши роскошная, да-да-да. Вот, название корабля сейчас увижу. Так, у нас название... Northern Star. Короче, какая-то северная звезда. Скотланд. Так, двери закрыты, здесь закрыт. Блин, не могу найти, придется, наверное, что-то предпринимать очень плохое, пацаны, если вы будете... Так сидеть. Так, хорошо, мы берем аниматроников более мощнее. Вот эти какие у нас есть аниматроники классные. Сейчас я вам покажу. А это из другого пака? Во, ребята, смотрите, слушайте, пацаны, будете слышать это? Да, давай. О, я слышу. Ну и где вы, щенки, выходите. Я разозлился. Я очень сильно разозлился. Ребята, не злите Дима, он сейчас всех убьет. Я буду всех убивать постоянно, резко. Там сейчас пернет от страха. Чего я так буду делать? Я ж не ты. Я ж не ты, пердун вонючий. Да я не такой, как ты, Дима. А какой? А вот я нормальный, в отличие от тебя. Да? О, вот ты бегаешь. Опа! Ой, Гафака, извини, обстоятельства. Зачем? Я нашел этого огурца. Почему не могу? А как нам выйти отсюда? Тут туалеты. А так тут баня. Ну жирный. О, еще одна умер. Отлично, King on Fire, молодец. А все, всех нашли. А как? А все, всех нашли, молодцы. Последний раунд, решающий, кто же выиграет, Playmark или King on Fire? Битва на ножах. 3, 2, 1. Давай, пацаны, я болею за King on Fire. Давай, King on Fire, выиграй его. Прикольно, физику воды изменили этот. Прикольно так тебе. Хорош. King on Fire, на тебя поставил 1 копейку, молодец. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Всем пока. Это, конечно, не Титаник, но мы его взорвали. Ха-ха, мы все взрываем.